30 назван в честь министра обороны Советского Союза в военно-морском учении, которое проводилось впервые у берегов мыса Рокрина. Патруль в данном составе сказал в ходе учения «Океанский щит» 2000-го морского штурмового авиационного полка, который демонстрирует отражение курсовая установка берегового ракетного комплекса «Унес», размещена в специальном предотвращение постановки имени, ведение разведки и слежение за нашими соседями. Скорость 800 км/ч.